Здравствуйте и добро пожаловать в Казань. Здесь, в динамичной столице Республики Татарстан, в 700 километрах к востоку от Москвы, собрались более 1300 молодых участников соревнований World Skills из более чем 60 стран мира. Каждые два года молодые участники мировых чемпионатов по профессиональному мастерству состязаются в десятках умений – от строительства до выпечки. World Skills меняет жизни. Победа в Абу-Даби открыла Каролин Сёдерквист путь к ее работе мечты – ремонту военных вертолетов. Раньше я и отвертки в руках не держала, но потом услышала об этой компетенции – техобслуживание воздушных судов, и поразилась, какое это сложное и уникальное дело. Я попробовала и втянулась с первой секунды. Казань приняла уже целый ряд крупных соревнований, в том числе летнюю универсиаду 2013-го и прошлогодние матчи Кубка мира. Татарстан видит в масштабных международных мероприятиях возможности для повышения профессионального уровня и качества жизни граждан. Вот такие события, они формируют новых людей, появляются волонтеры, появляются специалисты. Надо учить язык, надо готовить гостиницы, надо подготовить транспортную инфраструктуру. Подготовка к крупным мероприятиям последних лет во многом преобразила Казань. Город, не так давно отмечавший свое тысячелетие, обновил архитектурный облик и обрел современную инфраструктуру. В том числе построенный специально к World Skills международный экспоцентр. Чтобы хорошая экономика была, нужны высокопрофессиональные кадры, нужны инвесторы. Мы как бы комплексно все эти вопросы рассматриваем. Создаем инфраструктуру для того, чтобы инвестор пришел, зарубежный, российский, наш. Если туристы находят в Казани самобытную культуру, инвесторов привлекают растущие экономические возможности. Татарстан стабильно занимает первые строчки российского рейтинга состояния инвестиционного климата, во многом благодаря усилиям специально созданного агентства инвестиционного развития. У Татарстана очень хорошая промышленная база. Это вот нефтехимия, машиностроение, да, очень серьезный сектор сельского хозяйства, энергетика. Вот сейчас любой сектор, который мы имеем в экономике, он просто неразрывно связан с процессами цифровизации, диджитализации. И поэтому информационные технологии – это, конечно, та сфера, в которую сегодня надо много вкладывать. Воплощение акцента на инновации – Иннополис, самый молодой город России. Он появился 4 года назад, недалеко от Казани. Сегодня здесь более 3500 постоянных жителей, особая экономическая зона и лучший IT-университет в России. Здесь мы даем уникальную возможность молодым специалистам учиться жить, работать, отдыхать, растить детей. Все в одном месте. Университет Иннополиса готовит новое поколение специалистов, способных поднять российскую IT-индустрию и робототехнику до мирового уровня. Среди преподавателей, приехавших из более чем 20 стран, Бертран Мейер, ведущий мировой эксперт по программному обеспечению. Еще 5 лет назад об Иннополисе никто не слышал. К успеху ему еще нужно пробиться, но условия для работы здесь превосходные. Студенты обеспечены стипендиями, преподавательский состав высокого уровня. Люди приезжают отовсюду, из Европы, из Азии, из Северной Америки. Обучение и общежитие для студентов бесплатны. Занятия ведутся на английском, при этом упор делается на немедленное профессиональное применение полученных навыков. Университет очень плотно работает с представителями промышленности, чтобы точно определить, какие навыки обязательно требуются каждому студенту. Короткая поездка в автономном такси, и мы в технопарке, где работают 99 компаний от IT-гигантов до бывших студенческих стартапов. Французская Schneider Electric занимается здесь программным обеспечением и компьютерной безопасностью. Для нее Татарстан — это близость к клиентам, партнерам и учебным центрам, поставляющим лучшие кадры. Не будем забывать, что мы находимся на территории свободной экономической зоны. Здесь есть определенные льготы по налогообложению, что для нас важно. И есть молодая, очень амбициозная команда, которая осуществляет всяческую поддержку, решает очень быстро все вопросы, которые у нас возникают. Татарстан с его привлекательным инвестиционным климатом и современной инфраструктурой открыт для новых знаний, умений и возможностей для бизнеса.